2.11. Поворот объекта. Для проведения операции вращения объекта применяется инструмент Rotate Tool, находящийся на 7-й сверху позиции левой части панели инструментов. Чтобы повернуть определенный объект, выделите его с помощью одного из инструментов выделения – Selection. Затем нажмите на кнопку инструмента Rotate Tool. Переместите курсор в рабочую область документа и кликните левой кнопкой мыши для задания центра поворота. Затем переставьте курсор в произвольную точку рабочей области и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите его в нужном направлении. Чтобы изменить параметры вращения, кликните дважды по кнопке инструмента Rotate Tool. В открывшемся окне вы можете задать угол поворота в градусах. Также можно включить опции Objects – объекты и Patterns – шаблоны, если они доступны для данного документа. Опция Objects позволяет подключить режим масштабирования примыкающих к выделенным узелкам участков контура выбранного объекта, а опция Patterns подключает режим масштабирования мозаичных узоров областей шаблонных заливок и обводок объекта. Вторым инструментом группы вращения является инструмент Reflect Tool – отражение, вызываемый из контекстного меню при нажатии кнопки Rotate Tool. Предназначение данного инструмента заключается в осуществлении операции зеркального разворота выделенного векторного объекта или его частей относительно заданной оси разворота. Для данного инструмента также можно задать параметры с помощью двойного клика по кнопке инструмента. В появившемся окне имеются два раздела – Axis – оси и Options – опции. В основном разделе Axis вы можете выбрать горизонтальную Horizontal или вертикальную Vertical – ось разворота выделенных элементов векторного объекта, а также указать произвольный угол в поле Angle. Для сохранения настроек и выхода из меню нажмите на кнопку «OK».